Ну, вот считанные секунды осталось до финального свистка второй вашей игры с Волта, и, ну, по плану вы набираете еще 3 очка, что дальше? Завтра уже можно не выходить играть, да, и все-таки будем биться. Молодцы за хорошую игру, спасибо. Мы команду Волта очень хорошо знаем, мы там с ними уже играли 2 раза, и как бы игры были очень жесткие по накалу, и счет не был такой разгромлен, но сегодня что-то у нас удалось 6-1 их выиграть. Я думаю, что мы просто настроились получше. Они и мы сильнее захотели пройти сразу с первого места, уже с первого же дня, не ждать завтрашнего дня. Ну, смотрите, сейчас проходит параллельный матч с Тирометом, он проигрывает Красной Звезде. Если еще так и закончится, у вас завтра очная с Тирометом будет нелегко. Может, побережете силы перед... Знаете, как турнир на таблице, уже 6 очков, уже никто не догонит. Завтрашняя игра, как сыграем, так и сыграем. Хорошо, парни, удачи, до завтра. Спасибо.